Здравствуйте, мы находимся в Кахетии, в прекрасном, великолепном месте. Здесь мы видим и осень в виде желтых листьев, и зеленые листья, и вот такую ауру просто фантастическую. Мы находимся в имении Сарадишвили. Кахети для меня это самый красивый и самый вкусный регион. Я очень люблю здешнюю кухню. Здесь все готовят иначе, очень вкусно, совершенно по-другому. Даже тот шашлык, который готовится везде в Грузии, здесь он приготавливается иначе. И совершенно фантастический вкус кахетинского шашлыка я не могу забыть никогда. Но сейчас осенью здесь самый такой ритуальное время года, когда готовят чурчхелы из вкуснейшего сока винограда, делают вкуснейшую татару, и далее все это превращается таким совершенно волшебным образом в чурчхелу. Я приехала сюда, чтобы посетить вот этот фантастический ритуал и поучаствовать. Я очень люблю чурчхелы, это мои самые любимые сладости. Кроме этого, в Кахетии очень красиво. Тот, кто один раз приедет в Кахетию, обязательно вернется сюда второй раз. Невозможно посмотреть красоту Алазанской долины и не приехать и не вернуться сюда второй раз. Невозможно посетить город Тель-Ави и не захотеть прийти и отведать вина там еще раз. Невозможно приехать в Сирнах и не влюбиться в сам этот город. Это город называется город любви, и туда приезжают пары, влюбленные пары, уже как бы супруги, но туда невозможно не влюбиться в сам этот город. Он как картинка, он как музей, и я понимаю, почему на самом деле назвали городом любви. Кахети для меня это очень теплый регион, несмотря на то, что он жаркий летом, и зимой здесь менее холодно, чем во всей Грузии в целом, но для меня это теплота любви. Людей. Вот их не застолье, их невкусное вино, их невкусная еда, это вот как-то вот очень... Хотите познать Грузию, приезжайте обязательно сюда. Меньше слов как бы и больше дела. Welcome!